после матча. После вчерашней игры, сегодня у нас был состав очень усеченный, 8 человек осталось, потому что один был дисквалифицирован, второй получил красную карточку. Осталось 8 человек, но ребята сегодня сыграли достаточно уверенно, собрано, дисциплинированно. И то, что не удалось довести игру до победы, но здесь, наверное, не только наша вина, тут еще есть ряд факторов, поэтому... Ну, ничего страшного не произошло. Конечно, такие игры надо доводить до победы, несмотря там ни на что, несмотря на то, кто соперник, где играем, на выезде, дома. Тем не менее, конечно, обидно, но не знаю, все видели еще. Так что я не могу никому из нашей команды предъявить какие-то претензии. Нормально, молодцы. Все.